работники Минского городского управления МЧС для проведения торжественной церемонии приведения к присяге построены. Командующий парадом подполковник Кишко. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ полковник! Вольно! Вольно! Товарищ полковник, разрешите приступить к торжественной церемонии приведения к присяге? Приведение присяги приступить. Офицерам управления для приведения присяги выйти из строя. Выполнять уставы и приказы начальника, высоко нести честь и достоинство работников в органах и подразделениях в чрезвычайных ситуациях, защищать жизнь и здоровье людей. Территория Республики Беларусь в чрезвычайных ситуациях берет национальный характер. Обязуется быть мужественным, честным, самоотверженным при исполнении профессионального долга в рамках принятых государственных служб рекомендаций, содержать постоянную готовность техники и вооружения, беречь время и имущество. Стать строй. Есть. Мирно! Равнение на середину. Товарищ полковник, личный состав Минского городского управления к присяге приведен. Поздравляю вас с принесением присяги. Ура! 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 Приглашаем всех присутствующих на праздничный концерт в актовый зал управления. Поздравляю всех с профессиональным праздником и 160-летием пожарной службы Беларуси. Искренне и сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, бодрости, духа и оптимизма. С праздником!